Всем привет, ребята! Стала известна стоимость Realme XT с 64-мегапиксельной камеры, и она приятно впечатляет. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! В конце августа бренд Realme раскрыл о смартфоне XT практически все. Он получил 64-мегапиксельную камеру, до 6 гигабайт оперативной памяти, сразу 4 камеры для съемки и емкий аккумулятор. Но не хватало одного факта об устройстве – цены. Производитель раскрыл стоимость, а также анонсировал новый смартфон – Realme XT 730G. Realme XT с 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340 на 1080 пикселей на базе процессора Qualcomm Snapdragon 712 представлен в трех вариациях. 4,64 гигабайта, $225, 6,64 гигабайта, $239, 6,128 гигабайт, $268. Для сравнения, стоимость Redmi Note 8 Pro стартует от $195 за модель 6,64 гигабайт памяти. Топовая версия смартфона с 8,128 гигабайт обойдется в $251. Главной особенностью Realme XT считается основная камера, представленная четырьмя сенсорами с разной компоновкой объективов 8+, 64+, 2+, 2 мегапикселя. Также смартфон с аккумулятором 4000 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью до 20 Вт. Кроме того, производитель анонсировал новый смартфон Realme XT 730G на базе процессора Snapdragon 730G. Особенностью устройства стала поддержка более мощной зарядки до 30 Вт. В остальном гаджет полностью дублирует модель XT. Продажи Realme XT стартуют 16 сентября. XT 730G доберется до прилавков в декабре. Ну что же, на мой взгляд, компания Xiaomi молодцы. Ведь все-таки с такими характеристиками смартфоны от А-брендов стоят намного-намного дороже. А $230, по мне, это вообще небольшой ценник для столь высоких характеристик смартфона. И тем более выглядят сейчас они прям восхитительно. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!